чё? Я постарался закрутить там что-то изолентой. Сам? Конечно. Зачем? А, Димарик, со столетием, Диман, у тебя занятия кончились, помнишь, да? Не слышу. А? Димарик, у тебя занятия кончились, помнишь? И все. И вот такие вот приколы. Ладно, парни, ну а что, давайте теперь прикольнемся для нас, для всех. Секунду, а? Молодец вам. И взрослые, и малыши, задача сейчас. Первое, туда пройти с открытыми глазами, а обратно вернуться с закрытыми. Это сейчас мы для всех чуть-чуть сделаем такую на балансировку. Сначала это будет на полу, а потом мы ее поднимем на этом. А потом мы ее поднимем на кубиках. То есть, Вань, прости. Смотрите, первый, Никит, туда идем с открытыми глазами. Спиной возвращаемся тоже с открытыми глазами. Советую вам сразу подсказку делать не широкий шаг, а чтобы приставным шагом именно ближе к пяточке. И вот когда мы проходим назад, потому что легче понять, где заканчивается палка, когда мы доходим назад, опа, тихо, с открытыми глазами, вперед мы идем с закрытыми, то есть закрываю глаза. Ой-ой-ой, сразу. Тихо, Яшка. Хорош, тренируйтесь еще. Занимайтесь. Не, Диман, руки равновесие. Но самое интересное будет, парни, вам тоже так же. Взрослые идут, вы тоже так же. Егор, ты иди в эту команду, Иван в эту команду. Ваня с Ваней, Егор с Артемом и с Никитой. Диман, не перед собой руки, балансируй. Да. Егор, еще только ребятишкам не мешай. Вперед с открытыми, назад с открытыми, потом закрываете глаза с закрытыми и возвращаться с закрытыми. Так, Димарик, что там у тебя? Простите. Старайтесь, парни, когда вы глаза закроете, широкий шаг вас подведет. Старайтесь идти носочек пятки впритык, чтобы... Так, вижу. 2? 11, да? Да. 9 майский кончились. Все. 2. Смотри, 11. Ой, погоди. Блин, братан, здесь смотри, здесь 2. А в этот день я вписываю сюда 11 воды, чтобы не перепутать. Вот так. Тогда здесь получается 10. Просто потом Сергей Сергеевич меня будет ругать, когда вот эти сами идут. Да, понял. Сами заполняют. Все правильно, ложи, молодец, в раз больше. Сделали? Все, Дим, ты сделал? Я попробую. Давайте быстро проходим и сейчас ставим на кубики, на высоту. Мне бы хотелось бы поднять уровень, чтобы повыше были. Со скальзи, конечно. Вот, например, нет, смотрите, как делают. Раз, два, три, и вот. А тут как? Вот так вот. Да. Мы построили себе высоту. Егорыч, иди сюда. Страшно? А что, боец-то? Все, не бойся. Сейчас мы вам, я вам построю. Давай, кто первый? Давай, Никита. Смотри, как Никита пойдет сейчас. Так, Ваня, делаем. Ой, не, я не пойду, палка придется сильно. Мы по центру, Артем, мы неправильно поставили. Вот этот кубик по центру поставили. Да, вот надо один кубик длинной палки по центру. Все выдержит, она выдержит. По центру, да. И там тоже. Иван, помоги Ване, иди. Да. Все, готовы? Пробуем. Вместе за... А, вы вместе? Погодите, пусть взрослые пройдут. Иван, отойди. Пусть взрослые пройдут. В сторону отходи. И соскальзывай, Дим. Назад. Это чувство баланса и равновесия. Тихо. Сейчас, Егор, Иван, вы отсюда пойдете? Да. Готовы? Стоп, погоди. Ты здесь пойдешь, он здесь пойдет. Погоди. В сторону отойди. Сейчас Иван дойдет. Все, Егор, иди. Первый сад... Погоди. Первое с открытыми глазами идешь. А второе с закрытыми? С открытыми туда, обратно, второе с закрытыми. Иван закрытые глаза держит, да, сейчас пройдет.
Давай! Крокодилы его съели, крокодилы там. Нет, они укусили, он через сальтуху с инквадром увлажнением убежал от них. Готов? Он через склепку от крокодилов убежал. Давай, готов? Вставай, погоди, сейчас Ваня там настроит мост. Егор Бочков, да, идешь? Теперь закрываешь. А, сейчас Дима пройдет. А, ну давай закрытыми глазами. Закрывай глаза. Если кто... Ваня, братан, ну ты что, все разрешил? Тебе надо четче. Все, давай, 10 отжиманий, и потом еще раз пробуешь. За 10... Тихо, нет, в сторону, пожалуйста, иди, отжимайся в стороне. За то, что ты мост разрушил, а другим надо тоже пройти. Егор, ты закрытыми глазами прошел? Нет, я не нашел. Сейчас дойдешь, сейчас Дима пройдет. Давай, силу спаса, давай, включай. Оп, ты смотри, что. Ты смотри, что, магион, да? Тихо. Сейчас, дайте я тоже попробую. Ну, вчера получалось. Конечно, нужно. Это все кубики неправильно стоят. Это надо найти причины. Это все неправильно кубики стоят. Их надо ровно ставить. Да? Лучи, поднимаю. Но я вам сейчас один отчет подскажу. Представляете, когда она лежала на полу, все могли легко пройти. Поднимается повыше, тяжело. Но стоит поднять хотя бы на уровень метра, это становится испытание нереальное. Парни, у меня был опыт. В общем, положили палку, расщелина. Вот там внизу в расщелине, еще в детстве мы лазили по всяким там, были заброшены какие-то лесопилочные дети, всякие высокие штуки, мы там лазили. То есть палку бросали, перебежали, догонялки играли, такие дикие. Здесь, в городах, на стройках, вот в горах у меня опыт был. Расщелина внизу слышно и не видно, как течет река. Было два варианта. Пройти через брошенное бревно, либо перепрыгнуть. Я понял, что я лучше прыгну. Я через него прыгнул, потому что это жутко, оно вот так вот шатается, все. Глубина, я разбежался и прыгнул. Другого не было варианта. Либо через бревно. Парняга пошел по бревну. Один, просто он был загружен тяжело, он прыгнуть физически он не смог. Я в русских ниндзя не участвовал. Ну погоди, а вот следующее испытание, вот здесь, когда вы сделаете, самое тяжелое сейчас будет, Егор. Если бы маты, пробуй. Кто попробует? Кто рисковый? Давай. Давай, рисковый. Кто? Я не рисковый. Не рисковый? А что? Егор, Егор, погоди, братан, вот тебе стул. Ты вот так со стула вставай. Кто попробует? Следующий. И это будет предварительно перед силовой. Следующий на силовуху и все. Вставай, Егор, проходи. Дим, дай руку Егору, пожалуйста. Егор, руку, да. Сейчас Иван тоже. Один Иванов, или Артем, или Иван, или Никита. Сейчас Иван поможет пройти там. Ну, давайте дадим возможность взрослым пройти. Давай. Димарик. Никитос, ты тросоходитель, Никит? Конечно. Он сейчас в этом фильме снимался, где я с небоскребом видел. Это ты? Это ты был? Я смотрю лицо, а в молодости я смотрю. Точнее уже после молодости, когда у него прыщи уже ушли. Это, стой, это братан. Смотри, так как те действия происходили в 70-х годах, это ты в прошлое воплощение твое. А он вот через 10 лет, короче, уже машину времени построит туда полетит. Блин, я думал, он с помощью мысли переносится. Так тоже бывает. Так то иногда. Так, Иван, руки в сторону, Иван, руки в сторону, Ваня, поверь, братан, руки балансер, Ваня. Ван. Да, балансит, да. Она шатается, конечно. Нет, там еще оно стоит, как неправильно. Какая неправильно? А, да. Вот, она тут поднята. А, ну блин, мы простых путей. Кто следующий? Давай, дерзай, Никитос. Мы же легких путей не ищем. Еще сейчас быстро силовую пройдем. Иван, готовься сюда. Да. Это страшно. Конечно, это жестко, можно усериться. Видишь, Никита даже штанцы коричневые одел. Если вдруг что-нибудь рванет, чтобы не заметно. О, ты смотри, что. Блин, братан, ты молодец. Артем, следующий. Я же говорю, пожалуйста. Все-таки это он был. Это даже не надо. Да чтоб тебя!
Следующая попытка, меня крокодилы тоже съели. Так, Иван, аккуратно. Еще раз давай. Рывок. И. Давай, Иван. Иван, готовься, пойдем. Конечно, ну это штука прикольная. Зато вот 10 раз пройти, 11 по-любому получится. Я просто перепрыгнул это расстояние. Чем? Здесь надо балансировать. Я вон с табуретки могу прыгнуть. С табуреткой на табуретку прыгнешь? Нет, она упадет. Вот, а прыгни так, чтобы не упала. Не, я так не могу. Чё, это самая вообще четкая тема. Я могу? Конечно, Диман, выровняйся. Стойка на руках, парень. Равновесие, стойка на руках. Давай. Прям на одну ногу ставь, одну ногу так поставь. Пошел, подтянулся. Раз. Это стойка на руках. Это чувство равновесия. Тренировка и красиво. Ладно, быстрее. Быстрее. Ногу ставь. Пошел. Егор, подержи Ваню, а то мне брать прямо назад. Отпускай меня. Иван, меня отпусти. Прошел? Алло. Сергей. Здравия. Есть. Все, Никита здесь, да. Все, я понял. А то я спрашиваю, где Федя. Иван говорит, он с батей. Я говорю, это точно папа, не кто-то посторонний? Он говорит, ну да. Он уехал, в общем, все понял. Все, лады, вот Иван здесь что-то. Ты у Сергея Сергеевича как-то спросил? Да нет, я у вас. А, сейчас, Вань, тогда погоди. Все, Серег, все понял, добро. Да, лады. Я хочу, когда будет перед встать на стойку, пожонглировать. Секунду, сейчас, смотрите. Сейчас последнее испытание, конечно. Я прошу. На одной ноге так прыгать. Ты туда прыгать. Раз. В сторону, Иван. В сторону. Блин, как далеко, нифига себе. Артем, подойди, пожалуйста, поближе. Что-то сначала казалось недалеко. Чик, да, хорош. Но это вообще детский уровень. Не, главное, что табуретка вот так. Она может улететь, да. Вот, да. Я тоже про это говорю, то, что так. Собака. Надо держаться. Ладно, что, попробуйте выйти в пистолетике, присесть. Егор, Иван, пойдем попробуем. В пистолетике присесть, выйти, пройти, в пистолетике опуститься и так пересесть. На стойке пожонглировать. На какой стойке? На вот этой пистолетике пожонглировать. Ты просто так попробуй пожонглировать. В пистолетике, да, выходи. Егор, что тебе вообще надо с твоей комплекцией? Ты должен такие трюки выполнять. Пистолетик там. На ножку в воде, одну прямую делаю. Не, стоп. Выше по воде ножку так. Садись. Спрыгивай. Запрыгивай на табурет. Подходи. Не. Назад. Запрыгни. А как? Оп. Не, такая. Давай, готов? Да. И пошел. Так, молодец. Тебе страшно? Страшно? Нет. Давай, Никит, сможешь на одной ноге присесть? Смотрим на Никитоса. Надо встать, потом сесть. Да, не. Ты. Выходи в стойку, выходи. Поднимай ногу в пистолетик, приседай. Приседай на одной ноге. Да. Артем, не хватает. Да, есть, есть, молодец. Доходи. Да что пройти? Давай. Выходи в пистолетик. Ладно, иди сюда, Никита, быстрее. Запрыгивай. Чуть не упал. Что-то страшно. Сам? Нет. Страшно. Давай, я знаю, мне просто, давай. Блин, ну вы парни крутые, надо чуть-чуть подальше. Сейчас, Иван, давай. На пистолетик выходи. Страшно, Иван, да, но он упадет. Выходи, еще раз попробуй. Иван. Взглядом выстрелим, получится, выстрелим взглядом, прям выстрелим ее.
страшно очень. Можно упасть. Можно прыгнуть, потом на край встать. Прям в центр. Не гони. В центр. Хоп. Контроль. Молодец. Молодец. Иван, пойдем. Иван, пойдем. Сюда? Я могу лучше 20 раз сажаться. Да это где-то прикол, это просто нервную систему нам затренировать. Давай, ножку уводи. Поднялся, молодец. Все, сейчас готовимся на силовую часть. Ножку в пистолете. Конечно, ты держишься за меня. Ножку в пистолете уводи прямую. Прямую ножку, садись вниз. Садись, смелее садись. Теперь на стул. Все, Иван, спокойно. Че, ты можешь что ли в этот? Все. Готов? Двумя ножками отталкиваешься. Раз, два, три. Пошел. Да-да, молодец. Че, парень, на силовую часть пойдемте. Смотрите, давайте из разрешили мы, малыши, перестанемся в честной схватке. Вы, любые, давайте. Артем, Никита, Диман, Иван, вы себе забираете. Я специально, было бы нечестно, если бы ты был только с Иваном или только с Диманом. Давай вот так сделаем. Артем Никита, так как он давно был в деревне, много, он один слепку всего раз сделал за две недели, чтобы я потянул его. Иван Димаев, кто себе выбирает Егора, кто Иван? Вы Егора. Нет, это Диман. У них, да, тысяча человек. Иван, ты с ними в команде, смотрите, сейчас задача. Вас трое и вас трое. Вам надо втроем набрать в подтягиваниях 20 баллов. 20 втроем. А? 20 подтягиваний. Ну, 20 подтягиваний, 20 баллов. В отжиманиях надо набрать отжимания от пола 30 баллов. В приседаниях надо набрать 40 баллов. Вам втроем. Ладно, короче, вам такая же тема. В подтягиваниях надо набрать 20 баллов. В отжиманиях 30 баллов. Ну, это количество действий. В приседаниях 40 баллов. Вот, все, готово? Он, да, вы распределите. Вот это ему я тяжело отжиматься. 20 за раз? Вы можете разделить по 5 всего, по 5, по 7 там действий. Все, Иван, ты Диманов делай в команде. Егор, тише. Сейчас, погодите, еще пока, Егор, погоди. Вам надо начать. Взрослые будут... Здесь подтягивание. Как сделаем? Давайте, чтобы время ускорить, сразу две команды будут выступать. Малыши подтягиваются на вот этом, на маленьком турнике. Иван, ты там подтягиваешься, Егор. Взрослые будут здесь. Давайте начинаем. 20 отжиманий, 30? 20 подтягиваний, 30 отжиманий, 40 приседаний. Вкупе общее, для каждой команды общее. Все, поехали. Вань, делай приседания. Ванек, ты лучше приседай. Ну пусть он несколько раз подтянется. Ему надо. А! Кстати, обязательно, чтобы каждый из участников подтянулся два раза. То есть 100% каждому из участников надо подтянуться два раза. Егор, ты можешь больше. 10 отжиманий. Давай 7-7. Ваня, да, помоги, конечно. Иван, сейчас тебе помогут. Тяни. Раз, молодец. 7, я 7, а Егор 6. Молодец, целых два раза на высоком турнике, красавчик. Да, дышим, все правильно, молодцы, дышим, все четко делаем. Я просто один раз буду дышать. А? Я взял два раза. 10 отжиманий. Подтягивание. Да, 10. 7-10. Ну, у вас, да, ну так как Никите тяжело, всех, конечно, придется. Никита твой брат? Нет, бревно. А, бревно твой брат? Так, что-то. Приседания давай, да, простые. А, 20 минут по 10.
Парни, вы в воскресенье поедете на театральную? На выступ... На... Почему? Фестиваль спорта. Артем. Серьезно? А, ну дача, да, это лучше. Помните, также туда приезжаете, хорошо все делаете, привозите что-нибудь интересное оттуда в виде какого-нибудь подтверждения, и мы вам это задариваем. Дача? Нет, я не буду. Серьезно? Да. А почему? Я свое здоровье уже и так чувствую, как Порше. Это, Артем. Я лучше просто форму держать. Вот смотри, я помните, я вам хитрый план подсказал? Просто заявиться, не рвать сухожилия, не рвать мышцы, просто заявиться, что-то поделать, привести нам подтверждающий там документ какой-нибудь, и мы вам занять, мы на всякий подаем. Раз, два. Вы все сделали? Да. Все, молодцы. Сделали? А, Иван, давай, доделывай. Теперь надо, пожалуйста, кстати, на этой полоске, которая тема была, Егор, тормози пока, которая тема полоски была, они очень интересный подход, как это силовая тема. Так, засчитался, молодец, сейчас ты, Егор, на маленьком телевизоре, надо сделать 10 таких действий, как они сказали, как они зарядили ребятам на этом силовой заряду, подъем переворотом, там бьет, там еще как-то что-нибудь. Мне хотелось бы сейчас от вас, чтобы сделать 10 раз такое действие. Как, ну, по приколу, да, как там они. Этот ваш друг хожу в любви, Володя. Сказал такую штуку делать. Подтянуться. Выйти в упор. Подтянуться. Да, но именно не как, например, да, сделать еще. Один из вариантов, который именно Как? Зови Диму, Ивана или Артура. Коллег.
У него даже кубики чуть-чуть. Иван, пусть его расстелят. Подойди, нормально, что ты попроси их помощь. Вань, твердо. Вань, твердо высоту полностью. Иди на высоту, подходи смелее к Артему. Или к Диме, подходи. Скажи, Ваня, помоги им здесь, пойдем в ворота. Подходи, подходи, Ваня, стесняйся. Подходи. Я лучше сам сделаю. Сам сделай, что ты сам там не сможешь. Вань, не стесняйся. Видишь, они делают вид, что они не слышат тебя. Ты знаешь, если по-настойчивому. Жестокий. Смелее, Вань, смелее. Подходи, смелее, братан, подходи. Вообще не получается. Красивый, Семёна тоже красивый. Вань, смелее, они тебя делают вид, что не слышат. На самом деле они слышат, но делают вид. Чтобы не понять потери. Вань, подходи. Знаешь, какая прикол, Дима? Вы стоите, Иван, видел? Они стоят спиной, вот так вы стоите. Я вообще не могу под этим переворотом сделать. Диваль подходит, Иван за ним. Ну я не могу под этим. Он тебе намекает, помогите ему. Вы че, папа? Иди сюда. Вот смотри, какой силач. Кстати, смотри. Вот силач. Вот смотри, какой. Проси, проси, проси. Здесь подниму. Давай. Смерть и воскресенье. Опа! Творящий. А пальцы? Инфлация делает. Ага. Вот нормально. Нет, значит, зачем? Потому что ты видел то, что он делает. Смотри. Давай, Дима, я с тобой вдвоем. Давай, залезай рядом. Да, вот здесь рядом. Вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Сейчас попробуем. Готов? Оп! Есть такой, а что, на одной руке? А? На одной руке. Сейчас я... Давай, да, мне тоже интересно. Я Я даже плечо не поднимается просто. Живот-то как-то ноги еще более-менее, а плечо уловить оно вообще никак. Да, раскрытый для защиты, застигнутых в капканах равновесия, мятежа и приспособления. И все вообще никак. Все, маты проверяйте и это делай. Егорь, если там будешь делать, там тоже сними только маты, пожалуйста. Да. Я помню? Да. Молодец, молодец. Артем, тебе сильно помогает, Иван? Нет? Ты сам практически, да, все сделал? Нет. Красавец. Руку ты пожми, Артем, руку пожми. Ну, я тоже просил. Все, парни, перерыв, вы на элемент поешь. И злейшим из зверей. Бывает. Вот очень крепко. Надо вниз поседать. Разум. Есть творчество на выбор. Следил все зрение, мироздание. Элементы, чтобы стеночки, пожалуйста, отодвинь сюда, подальше. Да, скинь мне бутылку, который... Ворон, не оставь сам вместе, я тебе кину. Вещество в пульсе, как паразит. В хребет земли невыносимой боли. К запретам тайным подобрал ключ. Освободил заклепанных титанов. Строил им железные тела. Надо отсюда взломать. Пойдем делать
Скользим. Иван, Егор, проверяйте маты, проверяйте застенку маты. Егор, каждый раз, прыгну, проверяй застенку. Маты ускользают, уезжают. Куда идет, можно забить? Егор, ты можешь там выезжать, кто там ударился? Я не знаю, там может быть даже они подрались, типа того. Отмечены все данные бытия. Сказали кто-то из ребят, как вместе оставляя по дороге оставших братьев. Они то ли подрались, то ли там столкнулись, то ли что-то не поделили, я не понял. Где кто мне сказал, что мы сказали ему, потому что спросил, что случилось, мне уже передали. Надо будет, я думаю, может, ничего не знаете такое. Вообще нет. Надо просто, он узнал, может, Егора знает. Вначале был единый океан, молодец, Иван. Дымившийся на раскаленной луже. И в этом шарском лоне завязался. Вот на стол. А, ну что, давай. Плохо давай. Вы нарываетесь на отжимание, да. Огонь лампад и жертвоприношений, кузнечных кормов, топок и печей. Огонь сочетается с видимым тем, зажженный в недрах. Ты об него ударился, да? И есть огонь подшогов и пожаров, степных костров, качели боевиков, огонь полнозащих ведьм и колдунов, огонь вождей, алхимиков, пророков, неистовое пламя мятежей, неукротимый факел Ермидея, зажженный им. Конечно, только аккуратнее, чтобы вы не попадали, аккуратно щели. Сейчас, Егорочка, стоп, Иван, отходи, мат, застилайте парень. Мне не нравится, мат так застелили. Иван, помогай мат застелить. Криво. Криво. Щели. Вот уберите желтый мат, посмотрите, что под ним. Желтый мат отодвиньте, посмотрите под ним. Щель. Костюм. Ее спрятали. И сплавил кровь и первую семью. И женщина, мстительница пепла, из древней санки вывела лики, сестры и матери, фисталки и блудницы. Я прям далеко. Смотри, с тех пор, как радиальное гнездо, в пепле очага, пещера стала храмом, трапеза, троим
часам на зеленом полу заниматься? А что там? Домашний обиход. Важные стойки, это один в сторону, если тебе мешает, и стой. Только на каких стойках? А, на железных? Да. Блин, братан, ну давай, делай, только если ты поднёшься, будь готов к этому, понял? И человечество питалось и плодилось пред оком грозного, взыскующего бога, а в очаге отстаивались спорта.